Взмах жезла, и машина прижимается к обочине. Проверка документов. Инспектор ДПС Антон Гольцман на службе в парадной форме. Сегодня у стражей дорог профессиональный праздник – День образования ГИБДД. И Антон его проведет на боевом посту. Отмечать будет потом. Главное – это обеспечить безопасность дорожного движения в родном городе. Мы проводим ежедневно профилактику, беседу и с правонарушителями, и в общем плане. То есть я считаю, что город у нас в этом плане законопослушный гражданин. Рабочая смена без сообщения об авариях для инспектора ДПС уже праздник. Это значит, что профилактические меры сыграли свою роль, и все водители и пассажиры вернулись домой здоровыми. И своим коллегам Антон Гольцман желает только спокойных дежурств. Хочу пожелать успехов в дальнейшей службе. Звания, зарплаты побольше. Ну и, конечно, здоровья, счастья близким. А начался праздничный день в ГИБДД с теплых слов от руководства и торжественной церемонии награждения. Сотрудников поздравили и вручили памятные медали «300 лет полиции», почетные грамоты от администрации и муниципального управления МВД Сарова. В этот прекрасный праздник хочу пожелать всем здоровья, семейного благополучия, чтобы все вы шли на службу с удовольствием, а со службы еще с большим удовольствием, чтобы вас всегда дома ждали ваши родные и близкие люди. Статистика свидетельствует, что в последние годы сократилось число погибших ДТП и уменьшилось число пьяных аварий. Но уровень аварийности по-прежнему остается высоким. Это значит, что стражи дорог продолжат проводить спецоперации и профилактические мероприятия, направленные на снижение правонарушений. Так что работы сотрудникам ГАИ всегда хватает. Елена Крыскова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.